В прошлый раз мы начали тему «Духовные дары» или «Дары Духа Святого». И очень так, мы очень, может быть, обзорно, не сильно вникая конкретно вот в дары, чтобы мы не разбирали конкретно те дары, которые упоминаются в Новом Завете. В основном мы читали из первого послания Коринфянам, 12 главу. И я сейчас тоже буду обращаться и к этой главе, и к следующим главам этого же послания. Но вот в отношении духовных даров. Смотрите, мы с вами говорили уже пять предыдущих уроков у нас было по поводу миссии и функции Святого Духа. У Святого Духа, который дарован нам по благодати Божьей через Иисуса Христа, есть определенная миссия. Самая главная его миссия – это быть с нами и пребывать в нас. Это его самая главная миссия. То есть ты точно должен знать в этом, не просто утвердиться, что ты никогда не бываешь один. Если ты христианин, если ты возродился от Бога, если ты дитя Божье, ты не бываешь один. Ты никогда не можешь остаться один. Потому что Иисус обещал, что Дух Святой придет, и Он пребудет с вами, и Он пребудет в вас. Когда ты чувствуешь себя одиноко, ты можешь сказать: «Я не один. Господь со мной, Дух Святой во мне. Он со мной». Это Его главная миссия. Но у Него очень много функций. У Него очень много функций. Мы перечисляли эти функции, я не буду сейчас их называть. Но теперь вот мы подошли к тому моменту, где говорим о духовных дарах. И это тоже функция Святого Духа. Функция Святого Духа в том, чтобы Он проявлял себя через нас. И духовные дары – это и есть сверхъестественные проявления Святого Духа. Смотрите, Дух Святой – это сверхъестественная личность. Аминь. Это Бог. Бог, который Святым Духом вселяется в нас и живет в нас. Это Бог, который сотворил Вселенную, это Бог, который сотворил все видимое и невидимое. Это Бог, Дух Святой – это Бог. И когда мы читаем историю сотворения, да и в книге Бытия, первая глава, там упоминается Дух Святой тоже. Упоминается еще в первых стихах, говорится, что земля была безвидна и пуста, и Дух Божий носился над водами. И потом Бог говорит, и Дух Святой осуществляет то, что Бог говорит. То есть Бог, Отец, говорит Слово, да, через Слово, и действующая сила – это Святой Дух, которая творит все. И когда подошел уже момент сотворения человека, Бог говорит: сотворим человека, сотворим человека по образу нашему, нашему. Опять же, нашему, то есть во множественном числе. Отец, Сын и Святой Дух участвуют, все три личности участвуют в сотворении человека также. И мы знаем, что Дух Святой также участвует и в искуплении. Дух Святой действует через служение Иисуса Христа. Написано, что Иисус Христос принес себя в жертву Духом Святым. Это в послании к евреям, 10 глава. Посмотрите, я сейчас это быстро прочитаю. 10 глава послания к евреям, где говорится, что Иисус Христос принес себя Духом. Прошу прощения, 9 глава, 14 стих. Можно 13 и 14. «Если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Вот в этом стихе, в 14-м, говорится, что Христос принес себя непорочного Богу. Каким образом? Духом Святым. Да? То есть Дух Святой вел его. Дух Святой его вел, чтобы совершить, принести эту жертву. Все служение Иисуса Христа также мы видим проявление Святого Духа, когда исцеляются больные, прозревают слепые, воскресают мертвые. Иисус сам говорил, когда его, помните, пытались обвинить, что он изгоняет бесов силой Вельзевула, он говорит: «Если я силой Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши какую силу это делают?»
Но если я Духом Божьим изгоняю бесов, то достигло до вас Царствие Божье. Помните? То есть Иисус признавал, что в Его служении, в Его действиях, в Его чудесах участвовал Святой Дух. Он говорит, я ничего не могу делать сам по себе. Если Отец мой не покажет, если не вижу Отца Творящего, не могу ничего. Сын ничего не может творить от себя, он говорит. То есть Иисус признавал, что Он использует силу Святого Духа для служения. И в конце концов, для приношения себя в жертву, мы видим, действует Святой Дух. Когда мы говорим уже о функции Святого Духа сегодня в церкви, одна из функций – это распределение даров. Вот помните, мы читали, когда... Давайте 1 Коринфянам опять откроем, 1 Коринфянам 12 главу. Мы там уже читали несколько стихов, но я прочитаю сейчас 11 стих. Там перед этим упоминаются минимум там 9 даров. 9 даров упоминаются, и в 11 стихе Павел говорит, что все сие, все вот эти 9 проявлений производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Послушайте, он упоминает здесь. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом иному вера, иному дары исцелений, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Вот перечислены 9 даров, 9 проявлений. И это все 9 проявлений, сверхъестественные проявления. Слово мудрости, слово знания, пророчество и так далее. И исцеление, чудотворение – это все сверхъестественные проявления. И Павел говорит, что все сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Вот она функция Святого Духа. То есть Он производит все эти проявления, но использует разных людей, распределяя так, как ему угодно. Я вернусь в первый стих, и вот оно немножко пересекается с тем, что сегодня Федя говорил из того, что с прошлой жизни нас может сопровождать. Смотрите, Павел, когда начинает эту главу, он говорит: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о духовных дарах. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так как бы вели вас. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафемы на Иисуса. И никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Посмотрите, у коринфян был большой опыт идолопоклонства, да? Многие из коринфян пришли ко Христу из язычества. Раньше они были идолопоклонниками, они поклонялись Афродите, там, Аполлону, да, еще кому-то, Зевсу. И когда узнали Христа, последовали за Христом. Но опять же, и у них было вот это вот, знаете, инертное такое состояние, что еще из прошлой жизни, с прошлого опыта, с идолопоклонства, с язычества, много чего они притащили с собой. Но Павел здесь, смотрите, делает акцент на то, что когда вы ходили к безгласным идолам, то вас как бы вели туда, да? Идолы безгласные, идолы мертвые, да, вот они каменные, деревянные, золотые, серебряные, но они ж мертвые, они не могут говорить, они не могут видеть, не могут слышать. Но теперь он говорит, посмотрите, а Бог, к которому вы сейчас пришли через Иисуса Христа, это живой Бог, и Он может говорить. И всякий, кто говорит Духом Божьим, никогда не скажет анафемы на Иисуса. И наоборот, никто не может сказать, назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. То есть, смотрите, он говорит, когда Духа Святого ты получаешь, уже у тебя появляется, во-первых, развлечение, да, кто такой Иисус Христос, и этот Дух, который в тебе, он может говорить, и он может как-то себя проявлять. То есть начинается с того, что Дух Святой проявляет себя с того, что ты начинаешь говорить что-то другое, не то, что ты раньше привык говорить. Вы вспомните даже день Пятидесятницы, с чего все началось?
Как начал проявляться дух? Да, был как бы шум, как от сильного ветра, да, языки почили, огненные языки над каждым из учеников. Но потом что они начали? Они начали говорить на иных языках, как дух давал им провещевать. И потом их речь начали слышать другие, начали удивляться, что это происходит. То есть они начали говорить, как дух давал провещевать. То есть первое вот проявление все-таки это то, что Дух через тебя будет говорить. Дорогие, вот по вашей речи, по нашей речи можно однозначно определить, это говорит Дух или не Дух. То есть есть, вот почему настолько важно обращать внимание или насколько важно следить, да, за тем, что мы говорим. По сути, иногда даже важно то, что ты говоришь, важно для того, чтобы определить, кто ты. Важно для того, чтобы определить, какой дух через тебя говорит. Иногда даже христиане этого не осознают. Что иногда говорят то, что, ну, не дух говорит. Позволяют или плоти очень часто выражать себя, или вообще другому какому-то духу. Посмотрите, функция Святого Духа – это давать вот эти проявления, сверхъестественные проявления. Насколько я стараюсь следить за какими-то, какие-то интересные проповеди, интересные есть учителя, проповедники, стараюсь. Но, если честно, я вижу, что эта тема не очень популярная. Не сильно много говорят о духовных дарах. Ну, я знаю, что да, там, в некоторых церквах практикуют там, говорение на языках, там, да, там, верят, что есть чудеса, молятся за исцеление и так далее. Это нормально. Но я верю, что также должно быть еще и здравое учение по этому поводу. Здравое учение по поводу духовных даров. Потому что Павел не зря написал эту главу, 12 и 14, потом главу, 13 в том числе. Не зря он их написал, потому что именно из-за неправильного понимания, духовных даров в Коринфской церкви было много проблем. И были люди, которые превозносились, да, имея какие-то дары, ну, в частности, очень сильно влиял на людей язык, говорение на языках, да, на иных языках. Люди гордились этим, и люди старались это выставить, где надо и где не надо. И иногда вносили из-за этого, ну, раздор в церкви, да? Беспорядок такой возникал. И поэтому Павел написал вот эти несколько глав для того, чтобы откорректировать, для того, чтобы показать, что это нормально, что есть дары, это хорошо, что они действуют, но нужно здраво понимать, как к этому относиться. То есть вот он объясняет, что все вот эти дары, которые здесь перечислены, да, все эти действия, все эти проявления производит один и тот же Дух. Один и тот же Дух может производить несколько действий. И причем даже одновременно может производить несколько действий. А на одном и том же служении кто-то услышит слово мудрости, кто-то услышит слово знания, кто-то услышит пророчество. На этом же собрании может произойти исцеление, на этом собрании может произойти какое-то чудо. У кого-то проявится дар развлечения духов, да, распознается какой-то дух, и вскроется, и обличится, и изгонится, возможно. Это было такое в служении Иисуса Христа, апостолов. То есть, вот, когда мы говорим о дарах Святого Духа, очень важно понимать, что нашего участия здесь минимум вообще. Как раз вот наше участие по плоти, когда мы включаем свою плоть, мы будем только мешать Святому Духу. Вот просто можно иногда попробовать, знаете, такое безмолвное служение. Иногда можно просто попробовать безмолвное служение. У меня были такие мысли иногда. Вот даже
провести собрание без проповеди. Просто вот собраться для того, чтобы попросить Святого Духа полностью, полностью взять под контроль собрание. И просто вот даже молча, молча даже смотреть и наблюдать. Но я просто уже подозреваю, что многие не выдержат. Некоторые не выдержат. Вот если просто, допустим, собраться и молчать, и просто вот сказать: «Дух Святой, мы будем молчать, мы будем просто бездействовать. Действуй ты». Как тяжело многим из нас просто иногда побыть в тишине. То мы радио включим, то интернет, то телефон у нас вообще перед носом все время. Почему? Почему так? Когда, то есть вообще человеку не свойственно бездействие. Но вы знаете, но когда человек берет на себя очень много ответственности за действие, Духу Святому меньше места. Вот вы замечали, на собраниях иногда бывает очень много человеческого, да? И меньше Божьего. Или наоборот, много Божьего, человеческого почти не видно или не слышно. Вот в нашей власти можно сказать, что мы можем выбирать, насколько я себя буду больше, да, выражать, или насколько я позволю Духу Святому выражать себя. Вижу, что тема непопулярная, да? Я думаю, что она непопулярная, вернее, может быть, она непонятная как раз потому, что она непопулярная, а непопулярная она потому, что у нас нет определенных знаний и нет определенного опыта. Если честно, то я могу признаться, что и у меня нету богатого опыта в отношении даров Святого Духа. Я могу свидетельствовать и рассказывать много чудес, которые я видел. Это были чудеса исцеления, это были чудеса ответы на молитвы, финансовые чудеса. Могу рассказывать. Но именно в отношении даров, если честно, большого опыта нет. Но я сейчас просто молюсь, чтобы Господь мне показывал и учил, чтобы мы вышли на новый уровень понимания этой темы. Потому что церковь – это не просто человеческая организация, да, это не просто вот собрание людей. Если сказать, что просто церковь – это собрание людей, это будет неправильно. Церковь – это собрание людей, в которых живет Святой Дух. Вот будет правильное определение. Понимаете, да, в чем разница? Можно просто сказать: вот хорошие люди собрались в одном месте, вот она церковь. А-а, не угадали. Церковь – это хорошие люди, а может и не хорошие люди, бывшие, видите, тут Павел говорит, кто там был из вас и блудником, да, и идолослужителем, и пьяницей, и еще кем-то был, но вы омылись, освятились, оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. И вот теперь вы стали просто телом Христа, вы стали церковью, то есть вы стали тем сосудом, в котором уже живет Святой Дух. И поэтому, смотрите, получается, церковь – это организм, тело, да, это организм, богочеловеческий организм. Христос – глава, мы – члены Его тела. И вот через тело Бог хочет себя выражать. Смотрите, Богу по-любому надо тело. За всю историю библейскую, посмотрите, Бог всегда выражал себя каким-то образом через людей. Да, мы знаем об Аврааме. Почему мы знаем об Аврааме? Потому что Бог избрал Авраама и начал через него какую-то свою работу. Мы знаем о Моисее. Почему? Не просто потому, что Моисей такой крутой, да, потому что именно Бог его избрал, и Бог через Моисея явил свою силу над Египтом, вывел народ израильский, привел в землю обетованную. То есть мы видим на протяжении всей истории, Богу нужно тело,
Богу нужно кто-то, кто, через кого Он физически себя проявит. И в конце концов Христос создает церковь, которая является Его телом. Для чего? Да, не просто, чтобы вот собрать группу спасенных. Это хорошо. То есть вот он, группа спасенных, которые когда-то будут с ним на небесах. Да. А пока мы на земле, для чего мы здесь? Вот для того, чтобы как раз он себя мог проявлять через нас. Аминь. Почему Христос говорит, идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. И, кстати, там дальше написано, в Евангелии от Марка написано, что и они пошли, да, кто будет веровать и креститься, спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения, именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Вот что должно сопровождать верующих. И так Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. То есть апостолы пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подтверждении слова, и подкреплении слова последующими знамениями. Смотрите, Иисус их посылает. Для чего? Для того, чтобы потом через них проявляться. Проявлять, подкреплять их слова последующими знамениями. Я понимаю, сейчас многие могут сказать, да нам уже и не нужны знамения, мы уже верующие, аминь, нам не нужны. И апостолам не нужны были эти знамения, правильно? Они уже были верующие, они уже знали, кто такой Христос. Но им нужна была эта сверхъестественная сила, и им нужны были эти сверхъестественные проявления для того, чтобы другие узнали о живом Боге. Для того, чтобы другие уверовали. Опять же, не факт, что даже через чудеса люди уверуют. Да? Смотрите, в служении Иисуса Христа сколько было чудес, сколько было сверхъестественных проявлений. Разве это заставило кого-то поверить? Кто-то поверил, а кто-то так и не поверил. Кто-то видел чудеса и говорил, а, это ты силой Вельзевула делаешь, это бесовской силой ты действуешь. Представляете, тут до какого доходило безумие. То есть, если даже Господь через нас проявляет какие-то сверхъестественные действия, это еще не факт, что люди сразу уверуют. Но это просто доказывает, что Бог живой, и Он сверхъестественный. Уже вопрос верит, не верит, это индивидуальный вопрос, да? Кто-то поверит, кто-то не поверит. Но ты должен знать, во-первых, ты должен знать, верующий, если ты уже христианин, верующий, ты должен знать, что Бог хочет тебя употреблять для того, чтобы проявлять себя. Аминь. Скажи аминь. Бог любит себя проявлять. Бог хочет себя проявлять. Ему нужно тело, чтобы себя проявлять. Любое духовное существо, мы только что вспоминали, что Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе истине. Бог есть Дух. Для того, чтобы себя проявлять, Ему нужно тело. Вы помните, что даже вот бесы, когда, например, Христос, помните, встретился с бесноватым, в котором был легион бесов, помните? То есть бесы поселились в этом человеке для того, чтобы там, да, всю округу он держал в страхе. Написано, боялись люди там подходить к этому месту. Бесы использовали его для своих целей. Но бесам тоже, они как духовные существа, тоже нуждаются в личности, в физическом теле, да? И они использовали этого человека как физическое тело, чтобы себя проявлять. Когда Христос, помните, изгоняет этих бесов, они просят его, позволь нам войти в свиней, помните? То есть бесам нужно тоже тело, чтобы себя как-то проявлять. Ну, потом они, моменто море, да? Моментом в море. Смотрите, любой духовной личности нужно тело, чтобы себя выразить. Нашему Богу, всемогущему Богу нужно тело, чтобы себя выразить. Да, Он выразил себя в творении, как Творец. Да? Мы видим красоту небес, горы, море, природу. Это все красота, это все
выражение Бога. Это все свидетельствует о наличии Творца, о наличии премудрого, славного, могущественного Творца. Но он хочет проявлять себя ежедневно в нашей жизни. И для этого ему нужно тело, для этого ему нужны мы с вами, братья и сестры. Для того, чтобы что-то сказать, для того, чтобы что-то сделать, он хочет употреблять нас. Поэтому Павел говорит: представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Вот это и есть, да, мое посвящение, мое принесение себя в жертву живую. То есть, когда я уже говорю, не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою Сына Божьего. Вот я просто, Господь, я просто предаю себя Тебе, Ты полностью Господин в моей жизни, да, Ты полностью владей мною. И вот когда Господь начинает действовать и владеть нами, и проявлять себя через нас, вот эти вот дары начинают проявляться, дорогие. Все сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому, как ему особо, как ему угодно. Каждому особо, как ему угодно. Вот интересно, что, да, многие, те люди, которые отрицают дары или говорят, сегодня они не нужны, они уже не актуальны, это нужно было тогда. Вот большинство людей, которые так говорят, я, ну, вот при более близком знакомстве понимаю, что они не посвятили себя, они не посвященные. Понимаете, даже если я не понимаю вот этой темы о духовных дарах, но я просто прихожу к Богу и говорю: Господь, я не понимаю, но вот он я приношу себя в живую жертву. Вот как ты распорядишься мною, как ты желаешь меня употреблять, так и употребляй. Естественно, сверхъестественно, это твое уже право, твоя привилегия мною владеть, мною обладать. И вот ты посмотришь, что Бог не всегда действует естественно. Да? Он может тебя через тебя и естественно действовать. Да? Ну, дашь там кому-то покушать, да, голодному, уже это как бы вроде естественное, да, такое служение. Ну, купил там бутерброд или сувлаки, накормил кого-то, да, ничего такого сверхъестественного. А кто знает, а завтра, может, Бог скажет, возложи руки вот на этого больного, и он выздоровеет. Почему нет? Но ты должен быть посвященным. Ты должен понимать, что ты просто храм Святого Духа, ты сосуд Святого Духа, через который Бог хочет действовать и проявлять себя. Опять я сейчас не буду говорить отдельно о дарах, отдельно о различных проявлениях. Вы их можете прочитать, там их 9, потом чуть-чуть дальше еще появляются несколько. В других посланиях можно еще собрать несколько. Ну, штук 17 или 18 я насчитал, можно вместе посчитать всех даров. Но они нам нужны, дорогие. Они нам нужны. Просто даже понимая, что задача, которая стоит перед церковью, она сверхъестественная. Идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всей твари. Это как? Естественная задача или сверхъестественная задача? Обратить весь мир ко Христу. То есть задача сверхъестественная, поэтому Бог и снабжает церковь сверхъестественной силой. Если бы, смотрите, если была бы вот эта задача евангелизации была бы естественной, Христос бы не сказал апостолам: сидите в Иерусалиме, доколе облечетесь силой свыше. Все, вы уже видели меня умершего, распятого, вы меня видели воскресшего, вперед. Да, казалось бы, идите и рассказывайте всем. Нет, он говорит, нет, даже шагу из Иерусалима не делайте, доколе не облечетесь силой свыше. То есть только получив Святого Духа, они начали проповедь Евангелия. Хотя уже все произошло, уже совершилась работа Христа, смерть и воскресение. Новый Завет уже вступил в силу. Дорогие, поэтому Бог наш сверхъестественный Бог. Он дал нам Святого Духа, сверхъестественного Духа. Вот не бойтесь. Знаете, почему многие не верят? Они, некоторые просто боятся окунуться вот в эту сверхъестественную сферу. Да, там нужна осторожность, 100%, конечно. Но не бойтесь, это нормально. То есть
Для церкви вполне естественно, когда происходит что-то сверхъестественное. Понимаете? Да? Сверхъестественное в церкви – это естественно. Потому что церковь – это сверхъестественный организм. И вот из всех даров, я просто, может, чуть-чуть скажу об одном даре – пророчество. Павел его выделяет. Вот там же в послании, в первом послании к Коринфянам, хотите чуть-чуть со мной дальше, пройдите. В 14 главе 1 стих, смотрите, Павел говорит: «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать». Вот смотрите, из всех даров почему-то Павел говорит о пророчестве. Не все, правда, понимают, что это за дар. Не все понимают правильно, что это за дар. Некоторые говорят, пророчество – это, значит, предсказание будущего. Да? Вот если я скажу сейчас кому-то: «Нина Аврамовна, так говорит Господь, если вы выйдете отсюда через несколько минут и не посмотрите направо, то там может быть машина». Да? То есть вот, ну, иногда пророчество – это как бы все списывает только на предсказание будущего или на предупреждение того, что грядет. Это не есть новозаветное пророчество. Посмотрите, что дальше говорит. Что дальше говорит Павел. «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайны говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение». Посмотрите, когда Павел описывает новозаветное пророчество, он говорит, что это определенное служение, да, кто пророчествует, тот говорит людям в назидание. Назидание по-гречески «икодоми» – это значит, я помогаю тебе строить, да? Я помогаю тебе созидать себя. Если я пророчествую, пророчество – это то, что тебе помогает возрастать, то, что тебе помогает созидаться как личности во Христе. И смотрите, для назидания, увещания, параклиси по-гречески, параклиси. Параклиси – это больше как утешение, да? Утешение, как бы вот, не знаю, увещание, здесь перевели увещание, увещание, вот, ну, именно русское слово увещание, это больше как осведомление, то есть я тебе увещеваю, я тебе даю какую-то информацию, да? Да, это тоже Дух Святой может делать. Мы говорили, что Он наставит вас на всякую истину, Он научит вас всему, Он напомнит все, что я говорил вам. Да, это тоже часть действия Святого Духа. И последнее утешение, это греческое слово парамифиен. Почему-то, да? Слово «парамифия» больше, когда вот связано со сказками, да? «Парамифиан» – это вот именно утешать, успокаивать и ободрять. Я смотрел именно как бы перевод вот этого слова, его первоначальное значение, да? То есть это говорить кому-то для ободрения, говорить кому-то, чтобы вдохновить, чтобы как бы, ну, побудить его к какому-то действию, правильному действию. То есть вот оно, новозаветное пророчество. Оно не всегда имеет дело с предсказанием будущего. И вот очень редко даже бывает такое. Кстати, вот в этом отношении слово «знание» и слово «мудрости» даже больше может сказать или о прошлом, или о будущем. Но это тоже может использоваться именно в служении пророчества. Посмотрите, именно кто пророчествует. Павел говорит, что пророчество нам нужно больше всего. Он говорит, ревнуйте о дарах духовных, но особенно, чтобы пророчествовать. Почему? Почему? Мы можем посмотреть, да смотри, Господь, много больных, нам больше нужно дары исцелений. Много там, не знаю, каких-то, ну, допустим, влияния там оккультизма, демонов, да. Вот нам нужно развлечение духов. Или нам нужно там больше чудотворения, да? А Павел выделяет из всех этих даров, выделяет почему-то пророчество. Почему? Потому что именно пророчество необходимо для людей в назидание, увещание и утешение. Вот что нам нужно.
дорогие. И иногда вы слышите пророчество, даже не осознавая, что это пророчество. Вот отсюда даже сегодня уже прозвучало пророчество, и сейчас будет звучать, еще будет звучать пророчество, которое, если оно вас ободряет, если оно вас утешает, если оно побуждает вас к правильным действиям, вот это и есть новозаветное пророчество. И Павел говорит, вот ревнуйте об этом. Ревнуйте о духовных дарах. Ты, да, можешь ревновать. Опять же скажу, еще раз напомню, ревновать это не значит просить дары. Кто-то говорит, дай, Господи, дай мне дар исцеления, дай мне дар чудотворения, дай мне дар истолкования. Хорошо, ну тут даже не дай, а ревновать это значит просить, чтобы выражались эти дары, чтобы проявлялись эти дары. Мы говорили, что Дух Святой уже в тебе. Он в себе имеет все качества уже. Он не оставил, да, за порогом твоего, ну, когда вселялся в тебя, он не оставил за дверью все дары, а сам зашел без даров. Он зашел к тебе, он вошел в тебя, вселился в тебя со всеми вот этими дарами, со всеми способностями. Но ты ищи и ревнуй о том, чтобы эти дары проявлялись, чтобы эти способности проявлялись. Почему Павел так говорит? Он дальше сравнивает. Он говорит, кто говорит на языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. Смотрите, вот он, сравнивая дары, он говорит, допустим, человек, говорящий на иных языках, он назидает себя. Да? То есть он, когда молится, он получает какое-то назидание внутреннее. Но тот, кто говорит, кто пророчествует, да, кто говорит людям в назидание, увещание, утешение, тот назидает церковь. Бог хочет, чтобы церковь назидалась. В другом месте он говорит, даже вот в 5 стихе, «Желаю, чтобы все вы говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками, разве он при том будет изъяснять, чтобы церковь получила назидание». То есть Павел говорит, что хорошо, да, иметь дар языков, но если нет истолкования, пользы мало для церкви. А пророчествующий – это тот, кто назидает церковь. А чтобы назидание пришло через говорящего языками, нужен еще истолкователь. Или сам человек должен получить этот дар истолкования, истолковывать то, что он получает. Еще, дорогие, смотрите, например, 23-24 стихи прочитаю. «Если вся церковь сойдется, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь?» Не знаю, приходилось ли вам бывать на таких собраниях, когда люди начинают говорить на языках, и, допустим, вот если посторонний человек зашел, да, он как-то чувствует себя, а куда я попал, может, я в сумасшедший дом попал. То есть просто люди говорят на незнакомых языках, и никто ничего не объясняет. То есть это на самом деле, ну, можно тут растеряться. Поэтому Павел говорит, вот смотрите, если такое происходит, то люди не скажут ли вы, что вы беснуетесь. Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится, и таким образом тайны сердца его обнаруживаются. И он падет ниц, поклонится Богу и скажет, истинно с вами Бог. Понимаете, через дар пророчества, через действие пророчества, люди ощущают атмосферу Бога, люди ощущают присутствие Бога, люди ощущают, что они очень близко к Богу. И вот смотрите, он говорит, таким образом тайны сердца их обнаруживаются, падают перед Богом, поклоняются Богу и говорят, истинно с вами Бог. Смотрите, вот что-то происходит такое, да, когда звучит пророчество, Бог говорит тайны сердца, да, обнаруживаются тайны сердца. И, кстати, это не всегда даже понятно тому, кто пророчествует. Обратите внимание.
Не всегда даже понятно тому, кто пророчествует, что он пророчествует, но тот, кто слышит, и вскрываются вот эти тайны сердца, он знает, потому что Бог знает, потому что Бог через одного говорит к другому. Дорогие, вот сегодня я, опять же, не было у меня цели там глубоко вникать в различные дары, как бы в деталях разбирать, что означает какой дар, как он действует. Просто хочу вас вот побудить. Не стесняйтесь и не бойтесь интересоваться духовными вещами. Смотрите, Писание, оно все богодухновенно, да? Все Писание богодухновенно и полезно. По идее, ты понять даже Писание ты не можешь без действия Святого Духа. Тебе нужен Святой Дух, чтобы объяснить, чтобы ты понял, что написано здесь. Это не просто научная фантастика или научная литература, или историческая. Да, здесь есть много истории, много всяких фактов исторических, археологических, научных фактов здесь есть. Но тебе нужен Святой Дух, чтобы понять сущность того, что говорит Бог здесь. И для того, чтобы церковь могла исполнять свою миссию, для того, чтобы тело Христово могло исполнить то, для чего оно призвано на земле, нам нужен Святой Дух. Нам нужны проявления Святого Духа. Вот просто попробуйте, может быть, вот эту неделю провести в молитве о том, чтобы Бог проявлял себя вот через вас, в вас и через вас, проявлял себя в течение недели именно Духом Святым, именно сверхъестественные какие-то проявления, чтобы, то, может быть, это что-то будет незнакомое, особенно вот для тех, кто недавно крестился, может, что-то это будет непривычное, незнакомое, может, вы услышите вот какое-то слово, да? Ну, я не имею в виду голоса услышать. Вот Федя сегодня говорит, я услышал слово «Рахиль», «Рахиль», да, несколько раз. Вот что-то похожее, может быть, какое-то слово или какая-то фраза вот всплывает. Это Дух Святой хочет что-то вам сказать. Вот Федя, он повел туда в изучение, да, в исследование этой темы. Ага, что там можно сказать из этого? Почему-то, значит, Бог что-то хочет, какую-то цель преследует. Вот если вы услышите голос Божий, да, почувствуете какое-то побуждение помолиться, поклониться, сказать слово кому-то, может быть, возложить на кого-то руки, за кого-то помолиться. Вот действуйте, не тормозите Бога. Я знаете, даже я больше даже за то, чтобы мы даже ошибались. Ничего страшного. Вот если кто-то скажет, а может это не Дух меня побудил помолиться за этого человека. Ну, во всяком случае, я ничего не потеряю, он ничего не потеряет. Но если я пропустил вот этот момент, когда меня Дух побудил, я упущу чудо, дорогие. Если я чувствую, что меня Бог побуждает что-то сделать, или сказать слово, или помолиться, не знаю, возложить руку, если я этот момент упущу, я упускаю чудо. Не бойтесь, лучше я ошибусь. Ничего страшного. Ну, в смысле, ну, что потеряет человек, если я за него помолюсь? Даже пускай это не будет, я ошибся, что это не Дух меня победил, это мое собственное желание. Ну, даже и это хорошо. Вот я сегодня, моя цель, опять же, как бы, помните, Павел использует такую фразу «возбудить ревность», да? Вот написано «ревнуйте о дарах духовных». Вот я хочу возбудить в вас ревность, дорогие. Не, если кого-то устраивает вот просто спокойная, тихая, естественная жизнь, ну, кто же вас заставит? Никто. Но я просто хочу сказать, что христианская жизнь – это сверхъестественная жизнь. Церковь – это сверхъестественный организм, сверхъестественная организация. Бог избрал нас, чтобы жить в нас. Сверхъестественный Бог избрал тебя, брат, сестра, чтобы жить в тебе и проявлять себя через тебя, через меня. Вот это у тебя даже фантазии не хватит, как Бог может тебя употребить, как Бог может себя проявить через тебя. Смотрите, у Иисуса приходило такое, что он плюнул кому-то на глаза, и слепой прозрел. Представляете, ты, может, плюнешь на кого-то, и кто-то встанет мертвый воскреснет, понимаете? Почему? А что вы смеетесь, дорогие? Не, почитайте, да, у Иисуса так происходило. Плюнул на глаза, написано, коснулся языка, немой заговорил.
Плюнул на землю, сделал мазь тоже, глаза помазал, иди умойся, приходит зрячий. То есть, дорогие, у Петра вообще было, проходил тень Петра, если кого-то осеняло, исцелялись люди. С апостола Павла снимали платки, опоясание, наверное, втихаря, пока Павел там работал, там, да, палатки делал, кто-то пришел, хоп, стащил у него платочек, пошел там на больного, возложил, исцелялись больные. Дорогие, не бойтесь экспериментировать в этом смысле. Действуйте в имени Иисуса Христа, действуйте именем Иисуса Христа. Призывайте силу Святого Духа. Призывайте силу Святого Духа именем Иисуса Христа. Дорогие, вот я просто хочу возбудить в вас ревность. Ревность о духовных дарах, ревность о духовных вещах. Ищите вот этих духовных проявлений Духа Святого. Не бойтесь, там, где вы упоминаете имя Иисуса Христа, мы же только что читали, да, в первом стихе 12 главы. Никто, спасибо, никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафемы на Иисуса. И никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Везде, где вы призываете имя Иисуса Христа, вы ожидаете, что будет действовать Святой Дух. Аминь. Давайте вместе помолимся. Наш Небесный Отец, мы благодарны Тебе за Слово Твое о духовных дарах. Отец, мы признаем, что у нас мало познания в этой сфере, у нас мало опыта в этой сфере, но мы верим, Господи, что Ты Бог сверхъестественный. Мы верим, что Ты дал нам Святого Духа, который вселился в нас. Это Бог, сверхъестественный Бог, живет в нас. И мы верим, Господи, что Ты избрал нас, чтобы через нас проявлять Себя. Господь, поэтому я молюсь, Боже, за всех моих братьев и сестер, за тех, кто недавно крестился, за тех, кто уже много лет в церкви, Господь. Я прошу Тебя, Господь, даруй нам еще более ясное откровение о духовных дарах, о духовных проявлениях. И, Господи, я прошу Тебя, вот на протяжении этой недели, тем, кто искренне ищет, искренне хочет узнать больше о духовных дарах, покажи, прояви, яви свою силу, Господь, яви свою мудрость, яви свою славу, Господь, сверхъестественным образом. Господь, мы молимся, чтобы Ты учил нас размышлять о том, что Ты Бог, Бог всемогущий, что для Тебя нет никаких ограничений, Господь. Это у нас в мозгах ограничения, это у нас в разуме ограничения. Для Тебя нет никаких ограничений. Ты и сегодня можешь воскрешать мертвых. Ты сегодня можешь открывать глаза слепым. Ты сегодня можешь поднимать парализованных, Господь. Ты сегодня можешь изгонять бесов, освобождать от демонического влияния, Господь. Ты сегодня можешь творить чудеса. Мы в это верим, Господь. И мы это провозглашаем. Мы провозглашаем, Господь, что в этой церкви Твой Дух действует во всей полноте. Господь, Пусть Духу Твоему Святому не мешает наша плоть. Помоги нам, Господи, просто удерживать самих себя, чтобы не препятствовать Святому Духу действовать. Господь, но мы верим, что когда Ты действуешь, Господь, это всегда на пользу каждому человеку, на пользу церкви, Господь, это всегда во благо. Ты никогда ничего не делаешь плохого человеку, Ты никогда не причинишь зла, Ты никогда не причинишь боли человеку, Господь. Ты всегда несешь благословение, несешь исцеление, несешь освобождение, несешь спасение, Господь. И мы молимся, чтобы во всем этом проявлялась Твоя сверхъестественная сила, Господь. Мы молимся, Господь, чтобы каждый из нас, кто стал вместилищем Святого Духа, чтобы каждый из нас мог увидеть и убедиться, Господи, что Ты и сегодня тот же. Иисус Христос вчера, и сегодня, и вовеки тот же. Тебе вся слава, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь.